Рисую шаблон на бумаге карандашом и вырезаю ножницами. Раскатываю пласт и кладу на кусочек стекла. Вырезаю макетным ножом шаблон сердечка. Делаю бортики коробочки. Вырезаю длинную полоску и прикрепляю ее аккуратно к сердечку. Помогаю лезвием, чтобы не было промежутков между коробочкой и бортиком. Выравниваю сердечко и ставлю запекаться на 20 минут. Делаю макароны. Одинаково нарезаю кусочки глины и прикрепляю их к кусочку стекла. Взрыхляю нижнюю поверхность по кругу и ставлю запекаться. Делаю цветочки. Нарезаю кусочки разных цветов, катаю шарик и разрезаю на одинаковые части. Дотсом делаю лепестки. Делаю серединку и точно так же делаю шарик другого цвета. Ставлю запекаться. Использую наждачную бумагу, чтобы выровнять края коробочки. Там, где края не выровнялись, заполняю свежей глиной углубление. Вырезаю еще одно сердечко, покрываю жидкой полимерной глиной, убираю края лишние, вставляю в коробочку глину. Делаю макароны и с помощью жидкой полимерной глины приклеиваю их к коробочке. Равномерно распределяю цветочки, макароны и ставлю запекаться. Делаю бантик, сворачиваю его и помогаю себе пинцетом. Отрезаю лишние ножницами, покрываю лаком коробочку. Нижнюю часть я уже покрыла лаком. И с помощью суперклея приклеиваю ленточку. Помогаю зубочисткой и приклеиваю кончик. Приклеиваю бантик и обрабатываю клеем края, чтобы не осыпался бантик. Коробочка готова.